Всем привет, с вами Lingua Show. В этом уроке я вам расскажу о том, как же выучить более 3000 слов на итальянском языке. Не верите? Просто досмотрите этот ролик до конца, и вы в этом убедитесь сами. А мы начинаем. Есть несколько окончаний у слов, как правило, латинского происхождения, которые в русском языке, заканчивающиеся на «ция» или «зия», сохраняя тот же корень в итальянском языке, мы получаем то же слово с окончанием «цьоне» или «сьоне». Например, «медитация» – «медитационе», «профессия» – «профессионе». Таких слов огромное количество, и в большинстве случаев при совпадении корней меняется всего лишь окончание. Есть еще некоторые окончания, действующие по тому же принципу. Альный, але, ивный, иво, ический или ичный, ико. Например, слово эффективный, эффективо, конструктивный, коструктиво, политический, политико, экономический, экономико, нормальный, нормале, идеальный – идеале, индивидуальный – индивидуале. Как вы видите, все эти слова вам знакомы, и все, что нужно сделать, это просто поменять окончание. С помощью такого нехитрого способа вы существенно увеличите свой словарный запас в итальянском языке. А на этом все. Я надеюсь, этот урок был вам полезен. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока, до новых встреч!